Из-за циклона сразу в нескольких районах Ленинградской области прошли отключения электроэнергии. К середине дня бригада Ленэнерго восстановила поврежденные электросети во Всеволожском и Тоснинском районах, где без света остались около 4000 человек. Там же работали энергетики ЛАЭСК. Продолжается ремонт линии электропередачи в поселке Ульяновка. Правда, там основной причиной стала изношенность электросетей. В зоне отключения оказалась женская исправительная колония. Электроснабжение запущено по резервной схеме. Без света остались и частные дома, в которых проживает почти 1000 человек. Выехала две бригады центрального филиала нашей компании. На сегодняшний момент осуществляется поиск повреждения. За последние двое суток отключения были в Ладейно-Польском, Тоснинском, Выборгском, Кингисеппских и Гатчинских районах. На сегодняшний день остались небольшие отключения в Выборгском районе. Одно ДНП и небольшой населенный пункт. В ближайшие сутки энергетики Ленинградской области будут работать в режиме повышенной готовности. По информации Ленэнерго, на экстренные вызовы готовы выехать 99 аварийных бригад. К ночи синоптики обещают усиление ветра до 18 метров в секунду. 6 и 8 июля в регионе продолжатся ливни и грозы.